Всем привет! Сегодня у нас 15 августа. Начинает поспевать нектарин Нектаре 4. Плодоносит у меня второй год. Дереву 4 года. Нектарин по вкусу очень хороший. Товарный, такой вот крупный. Средне-поздний. Воды вот такого вот размера. Этот еще зеленоватый, но уже я пробовал, некоторые есть мягенькие. Вот такой вот размер у него. Есть меньше, есть крупнее. И хороший такой сорт. Подмерзаний не было. Один год у меня было тут немного цветков. Были морозы, завязан не сильно много, ну как бы есть. То есть по урожайности я не могу сказать, сильно он урожаен или не сильно. Так, плоды висят у меня один год, как-то так листья у него покраснели в первый год посадки. Я думал, что он вообще пропадет. То есть на второй год он еле-еле начал оживать, как выгал. Я думал, что несовместимость. Но вот сейчас вот дерево. Вот это вот отсюда вот такой вот прирост за год дало. Сильный. То есть все нормально. Это в следующем году уже будет такое хорошее плодоношение. Я его подгружу хорошо. Пуши в этом году оно так. Еще не совсем завязан хорошо. Такие вот плоды. Сейчас сорвем. Попробуем. Да, этот мягенький уже. А солнце. На солнце вот. Лучше в тени. Такое, такие плоды. Сейчас сорвем, слажем его. Уже поспел. Вот такие вот плоды. Нектаре 4. И тоже такой в руке не маленький. Но нагрузка не сильно большая в этом году. Тарелки красавцы. Сейчас еще сорвем, чтобы. Спел уже. Ты тоже спел. Кто-то еще подъел его. Так. Какой подвой дерева, не могу сказать. Я покупал его у Юры Кривовяза, Макси Сад. Сайт, тот не записал, какой подвой, как сорт называется, записал, а подвой не записал. То есть не могу сказать, что за подвой у него. Вот такие вот красивые, красивые нектарины. Так, сейчас слажем, уже более детально посмотрим. Так, весы. Жарко. Он обычно чуть позже поспевает, как по мне. Эта жара такая стоит, что пораньше. 200 грамм. 178. 182. Ну, размер хороший. 226. 200-180 грамм, в принципе, вес хороший. Сейчас разрежем его. Вот такая у него мякоть красивая, желтая, около косточки, с красненькой у этого нектарина. Сейчас попробуем на вкус, какой у него вкус. От косточки отделяется хорошо. Ароматный, кисло-сладкий. Ну, кислоты немного. Такой вот он плотный нектарин, мясистый, то есть сочный. В то же время видно, сок бежит. Сочный, класс, хороший вкус у него.
И шкурочка съедобная. Хорошая. Не ощущается практически. Вот такой вот сорт. И красивый, и вкусный. Косточка такая темно-коричневая у него. Вообще черная. Темная косточка. Некоторые 4. Ну, так по сорту, что могу сказать. Подмерзаний не было. Единственное, один раз опали цветочки. Был приморозок минус 3 или минус 4. Когда он свел, то он, можно сказать, весь осыпался. Ну, и много других сортов тоже посыпалось. Так, подмерзания именно по паганам, по побегам не было в зимний период. То есть ветки все хорошие, все, как бы, и почки, все нормально перезимовывали зиму. А вот весенний период, ну, как, когда мороз был, то когда они распустились, то понятно, что больших морозов они не выдержат. А так, сорт крупный, урожай, в принципе, вот так вот висит, небольшой. Прям не такой, как, конечно, на инжирных персиках, но они, у них и вес чуть поменьше. То есть висит, урожай есть, все. Но это, можно сказать, первое плодоношение. В том году были сигналки, там их было штук 6 или 7. В этом году побольше, в этом году килограмм, наверное, 8 должно висеть тут. До 8, не больше, может, до 7. То есть мы уже тоже по чуть-чуть, малые их ходили, дергали его, нектарин этот. Ну так, сила роста вот у дерева получается большая. Вот он был обрезан. И пошли вот такие вот паганы туда же, на небеса, черт не знает куда. То есть рост мощный у него. Рост мощный. Ну так, в целом нектарин не нравится. Вот это поспевать начинает сейчас в 2018 году PF23 Flamen Fuity. Тоже буду сейчас снимать. Обычно он к сентябрю поспевал, а это жара стоит, до 40 градусов у нас. Дождей нету, то они раньше поспевают. Ну так, в целом, нектарин хороший. Есть черенки, кого заинтересовал, звоните, вышлю. Сортность проверенная, нектарин стоящий. Внимание, тем более сроки такие, уже много чего подходило. То есть очень, очень он красивый, товарный. То есть его на базар можно выносить спокойно. Он плотный. Плотный, но сочный. Не такой, как так нажимаешь, как кваша. Вот, мне. Вот сейчас покажу. Вот я нажимаю. Вот видно, что сок течет. Это уже переспевшие плоды даже, можно сказать. Вот видите, нажимаю. Но он плотный. Вот я со всей силы давлю, плотный. Так, конечно, класс. На солнце. На солнце не так видно. Но в тени. Он сочный, классный. Косточка хорошо отделяется. Мякоть хорошая. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду снимать много других видео про другие разные сорта. Сортов много в коллекции. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.